Всем привет! Сегодня у нас 23 сентября 2019 года. Хочу показать сорт яблока Моди итальянской селекции. Как быстро входит в плодоношение данный сорт. Сорт посажен на подвоем 9. Яблоньки. Вот это третий год, получается 2 года. Третий будет в следующем году. И уже несет вот такой вот урожай. Ну, урожай сигнальных плодов. Вот такие вот яблоки, красавцы. Будем обрывать на хранение. Вот румянец темный-темный. Яблоко очень красивое. На солнышке можно видеть. Вот такой имеет цвет. Яблоко зимнее. Итальянской селекции. В том году мы пробовали уже, было тоже сигнальное плодоношение на яблоне, не на этой, на другой. Яблоко очень хорошо хранилось в подвале, да, где-то до апреля месяца последние плоды ели, и Crimson Crips хранился аж до конца мая, то есть отлично. Они чем-то похожи, это Моди и Crimson Crips. Я покажу в следующий раз вам. Оно чисто красное, это такой темно-бордовый цвет. Но они чем-то похожи именно по мякоти, по плотности. Мякоть у этих яблок не рыхлеет, не ватнеет. Все время хранится при обычных условиях хорошо. Яблоко всегда остается твердое, вкусное. Очень много сока у него, очень сочное яблоко. То есть в этом году были пораженные кое-где листья на этом сорте. Конкретно мучнистой росой. То есть вот такая вот, такое вот красивое яблоко можно видеть в руке. То есть плодов немного, и плоды вот такого вот шикарного размера. Грамм, наверное, по 270, а то может до 300. Ну, я обязательно положу на веса зимой. Посмотрим, какой вес. Еще я решил это снять видео, то что яблоко действительно очень рано вступает в плодоношение на низкорослых подвоях. Можно видеть как. И дает полноценные плоды. Да, ё-моё. Такого вот шикарного качества. Это для любителей сладких яблок, для любителей твердых яблок и зимних яблок. То есть я бы его начинал кушать где-то после Нового года. До Нового года не. Есть другие сорта, которые, то есть лежат до Нового года, после Нового года плохо хранятся. А это яблоко хранится отлично до весны, то есть прекрасно. И не теряет свои вкусовые качества. Так, ну вот это сейчас обрывем. Пойдем рвать на другое дерево и дождемся весны. Положу на веса, продегустирую еще. Посмотрим, как в этом году будут лежать яблочки эти. Яблочко действительно красивое. Сейчас переверну. То есть вот такие вот. Такая жопка у них. Красивые и вкусные. Достойный сорт. Я его всем советую, кто еще не обзавелся данным сортом. Я вот думаю, вы не пожалеете. Сегодня у нас 6 февраля 2020 года. Вот, дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Сорт яблока Моди в хранении. Вот такой имеет вид. Сорт замечательный, вкусный, сладкий, сочный, хорошо хранится до марта, до конца марта, то есть без потерь, в обычных условиях. Давайте посмотрим, какой вес у яблочек у этих. 184 грамма, 196, ну и такие, до 200 грамм. Есть, может, и крупнее чуть-чуть, 255. Но эта нагрузка была небольшая на дереве, то яблоки есть, ой, довольно крупные. 255. Ну, вообще у них вес, вот мелкие плоды есть, 150 грамм. Это такие самые крупные. Вот так, 240. 186. Но если при нагрузке будут яблоки где-то 170 грамм примерно, до 200.
Яблочко очень товарное, красивое. Можно видеть. Давайте разрежем сейчас, посмотрим. Хранится хорошо. Мы его начинаем кушать там вот перед Новым годом, пробовать. И до весны. Так, еще сейчас разрежем яблочко. Удобно. Вот такое вот. Так, давайте посмотрим по соку. Это яблоко, конечно, сочное. И твердое. Так сильно не удавишь его. Но видно, сок течет. Давайте посмотрим по вкусу. Яблоко сочное, сладкое. Кислинки практически я не ощущаю. Идет аромат у него есть. У этого яблока какой-то свой такой нежный. Мякоть скалывающая. Хороший сорт. Иммунный к парше. Может незначительно поражаться мучнистой росой. Потому что в этом году видел на листьях мучнистую. Ну, она такая еле-еле заметная. То есть не сильно поражается. Отмечена даже иммунность к тле у этого сорта. Сорт хороший, используется в интенсивных садах, используется в экологически чистых садах этот сорт. Его любят за товарный вид, за легкость, за вкус, за сочность. То есть этот сорт. Да уже много кто его и пробовал, он уже как бы у нас в Украине распространенный. Сорт хороший, стоит внимания, стоит сажать его в сад, то есть не пожалеете. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.